Власти Свердловской области запланировали на поддержку аграриев более 5 миллиардов рублей. Большая часть из них по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева выделена из регионального бюджета. Свыше 2,5 миллиардов рублей господдержки получат производители молока. Остальные средства будут направлены на субсидии, в том числе для обновления спецтехники и оборудования. Также деньги пойдут на комплексное развитие сельских территорий. Аграрии смогут направить госсредства на погашение кредитов, оплату труда сотрудников и подготовку к сезону. Например, закупить удобрения и запасные детали для сельхозтехники. Напомню, на приобретение самой техники власти региона ранее запланировали направить более 500 миллиардов рублей.